На доме готовится Елисей Шульгин, Дальневосточный федеральный округ. Абдул Азиз Кепкаев, Северокавказский федеральный округ. На батарее 2 победил Виктор Киселев, Северо-Западный федеральный округ. На батарее 2 приглашаются Семочки Максим, Москва, Ушаков Никита, Центральный федеральный округ. Приготовится Мерсисян Шабиханов. Победил имам Бердиев. Москва. На татами один приглашается Иуд Александр, Санкт-Петербург, Эдил Султанов и Хван. Максим Семочкин, Москва, победил на татами 2. На татами 2 приглашаются Мерсисян Левон, Санкт-Петербург, Шабиханов Сайхан, Северокавказский федеральный округ. И далее на татами 2 продолжится соревнование у девушек весовой категории до 57 килограмм, первый круг. Шимохина Гринько. Татами 4 победил Давид Узаев, Северокавказский федеральный округ.